Административно-техническая инспекция мэрии Магадана продолжает вывоз и снос незаконно установленных объектов. Перечень построек, подлежащих сносу, прежде всего определяется необходимостью произвести какие-либо ремонтные работы. Например, замена теплосети, благоустройство территории или ремонт водоканала. Также снос производится там, где собираются возводить новые строительные здания. Таким образом, сегодня сотрудники КЗХ демонтировали и вывезли сарай и гараж на переулке Библиотечный, согласно постановлению мэрии Магадана. Эти объекты, которые у нас имеется материал, давно уже оформленный, собранный. Ну и настало время, и вывозим эти гаражи, производим снос. Связано это с тем, что в ближайшее время, в принципе, здесь будет произведено благоустройство, приведена территория в надлежащий вид. Просьба граждан озаботиться и в ближайшее время, кратчайшее, так скажем, принять меры к вывозу своих объектов. Иначе мы придем, мы вывезем, и это будет проблематично уже. Ну, то есть бюрократично, это бюрократически придется писать заявление, подтверждать свою принадлежность к гаражу. Это достаточно сложный и долгий процесс. За прошедшие 8 месяцев было снесено более 350 строений. В основном это были гаражи и сараи. До конца года планируют снести еще около 150 объектов. Производить снос планируют в наиболее актуальных районах города в связи с проводимым там ремонтом и благоустройством, а именно по улице Арманская, 49, Приморская и Энергостроителей.